Здравствуйте, меня зовут Лера, я студентка Одесского национального медицинского университета. Я коренная украинка. Хочу обратиться к народу России. Пока у меня есть такая возможность, отключили воздушную тревогу, и мне не грозит ракетная опасность. Я постоянно жила в русскоязычных регионах, таких как Николаевская область, и на данный момент это город Одесса. Я никогда в жизни не слышала упреков в свою сторону за использование русского языка, в какой точке Украины я бы не находилась. Я очень настоятельно хочу вас попросить прекратить верить этим фейкам и вранью, которые вам показывают по вашим новостям. От вас закрыли все социальные сети просто для того, чтобы вы не узнали правды от нас, и мы не смогли к вам достучаться. Неужели вы думаете, что всему миру не было чего делать, и он решил сговориться против вас, против одной страны? Ребята, очнитесь. Вас пытаются остановить. Мы все понимаем, что эти санкции ничем не помогут, и остановить вашего президента для того, чтобы он не удовлетворил свои амбиции за счет нашей страны, может только народ России. Только вы можете выйти и остановить это зло, которое убивает ежедневно тысячи наших украинских семей, детей, что самое ужасное, и стирает с лица земли наш украинский народ.